Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня мы играем на Родина РП, первый сервачок. Муник здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить муник по регистрации, потому что если вы введете муник и прокачаетесь до 4 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я отдам вам, поэтому обязательно вводите муник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серия, довольно-таки будет хорошая, потому что, пацаны, я думаю, по названию ролика вы уже догадались. У меня есть 2000 кредитов, давайте я вам покажу, пишем /донат. И у меня есть 2000 рублей, то есть 2000 кредитов, доната. И сегодня я куплю то, что вы меня просили, чтобы я снимал. Да, пацаны, я буду снимать ловлю, поэтому именно сегодня в этой серии я куплю себе кое-какое улучшение, которое мне поможет в этом. Но перед этим я хотел бы вам кое-что, пацаны, напомнить. Как вы знаете, сейчас на канале проходит розыгрыш на очень классную машину. Ссылочка на розыгрыш будет в описании. Вот, эту машину я разыгрываю, Porsche Panamera, пацаны, поэтому обязательно участвуйте. Ссылочка, повторюсь, на конкурс есть в описании под видео. Также я ссылку оставлю в комментариях. Поэтому, пацаны, выиграть может каждый. Поэтому не ленитесь и просто-напросто участвуйте. Итоги будут уже на следующей неделе. Итак, давайте купим улучшение. Но мы сегодня не только будем покупать улучшение. Но я сегодня буду продавать вот эту машину. И, возможно, буду продавать Раптор. Потому что для ловли, пацаны, нужны деньги. Как бы, чтобы ловить дома там и так далее. Я думаю, вы это, в принципе, понимаете. Итак, пишем команду ММ, потом выбираем действия персонажа, и здесь есть улучшение, и покупаем мы вот это улучшение. Видите, здесь есть два улучшения: бизнесмен, то есть я смогу иметь 3 бизнеса, или риэлтор, я смогу иметь 3 дома. Но я решил купить риэлтор, потому что как бы дома чаще светают, чем бизнесы, тем более за бизнесом очень нужно следить, постоянно выплачивать. Этим я заниматься, во-первых, не хочу, во-вторых, бизнесы намного дороже стоят, чем дома, поэтому мы будем заниматься ловлей домов именно. Все, покупаем это улучшение, поздравляю с покупкой улучшения, теперь вы можете быть владельцем до 3 домов. Давайте наберем на этой серии, пацаны, 100 лайков. Я знаю, что вы наберете, но давайте постараемся это сделать, потому что наконец-то я купил это улучшение. И я смогу снимать теперь для вас ловлю домов. Ну что ж, улучшение купил. Теперь берем RS-ку Audi R6 и едем на БУ рынок. Будем ее, в принципе, продавать. Так, пацаны, я, походу, уже нашел покупателя. За 2 миллиона я ему продам. Все, за 2 миллиона я ему кидаю. И, по идее, должен ее сейчас забрать. Ну, он сказал 2 миллиона. Я, честно говоря, не шарю, пацаны, в ценах на машины. Поэтому я решил продать именно за 2 миллиона. Так, пацаны, короче, этот чувак не захотел покупать мою машину, но мне тут, получается, Макс Путбуль подарил 500 тысяч, за что ему большое спасибо. Они не знают, что я снимаю, вот здесь Макс Путбуль есть, и еще есть Коля. Коля куда-то убежал, но я его что-то не вижу. Коля, я что-то Колю не вижу, но он тут был. Короче, пацаны, больше чем 1,7 никто не предлагает, поэтому я сейчас ему продам. Пусть он забирает за лям 700 себе эту машину. Тем более у меня там в банке 500 тысяч есть, поэтому все, я продал машину. Теперь у меня 1,8 и в банке еще 500 тысяч должно быть. Поэтому все, в принципе, заебись, я считаю. Так, я вот зашел, короче, в банк, оплатил дом и вот зашел посмотреть дома, которые слетают. Их тут очень много, поэтому, пацаны, нужно будет попробовать снять ловлю. Скорее всего, ловля будет уже в следующем видео. Деньги у меня есть, я думаю, не хватит ставить какой-то домик, например. Давайте, кстати, посмотрим, что здесь есть по ГОСу. Вот, через один ПД слетает какой-то дом, получается. Давайте посмотрим, что это за дом. Так, я уже прописал команду, и у меня на карте должно показываться, что это за дом слетает. Так, это, скорее всего, слетает квартирка какая-то, но квартирки, я так понял, тоже ценятся, поэтому я их тоже, наверное, буду ловить. Пацаны, напишите в комментариях, квартиры ценятся или нет? Как бы можно подняться за счет того, что ты ловишь квартиры и потом их перепродавать? Я просто не шарю, надо будет видосы посмотреть в ютубе, ловлю на родине, и как бы запомнить, что нужно делать, что нельзя делать там и так далее, потому что я ловлей, по сути, никогда не занимался, вообще никогда. Какой не бизнес, у меня домов, поэтому мне это будет как бы интересно. Уже стартовый капитал у нас есть, в принципе, на ловлю. Это 2 миллиона 300 тысяч. Я, возможно, попозже продам тогда Раптор, но этим займусь я, скорее всего, вне серии. Все, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите в следующей серии уже ловлю. Всем пока-пока.